Софья из Красноярска интересуется. Сосед недоволен тем, что я громко слушаю музыку, хотя делаю это я до 10 вечера. После этого времени ему мешает даже звук голоса или кашля. Как посчитать уровень звука самостоятельно и какой уровень допустим? В многоквартирном жилом доме предельный уровень шума не должен превышать 55 дБ в дневное время и 45 дБ в ночное. В Красноярском крае разрешено шуметь с 9 до 22 часов, при этом выполнять какие-либо ремонтные работы запрещено в воскресенье. Закон как таковой не делит шум на категории, будь то громкая музыка, плач, либо крики, неважно. Все это приравнивается к шуму, и громкие звуки с 9 до 22 часов издавать нельзя. Если у вас шумят соседи, необходимо обращаться в полицию и вызывать участкового. Есть вероятность, что пока к вам едет участковый, соседи перестанут шуметь. Для этого я рекомендую подойти к дверям соседей-нарушителей с включенной камерой мобильного телефона и снять короткое видео двери с доносящимися оттуда громкими звуками. Конечно же, вы можете при помощи специальных приложений замерить уровень шума, однако следует понимать, что в случае разбирательств самостоятельно замеренные шумы не будут являться доказательством. Поэтому необходимо дождаться представителя ведомства, которое и произведет в соответствии с нормами замеры шума. Я не случайно говорю про ведомство, потому что если у вас шумит сосед, физическое лицо, тогда необходимо обращаться к участковому уполномоченному полиции. Если же шумит организация, кафе, ресторан, магазин или частный детский сад, к примеру, то в данном случае обращаемся в Роспотребнадзор. Михаил из Енисейска спрашивает, из-за чего можно вернуть билеты на концерт или в кинотеатр? Если по какой-то причине вы передумали идти в кино или театр, то закон разрешает вам возврат билетов, и вы не обязаны объяснять продавцу причину вашего отказа. При этом вы должны помнить, что продавец вправе удержать из стоимости билетов сумму, затраченную на организационные моменты.